Эта торговая точка сельскохозяйственной продукции от производителя пользуется огромной популярностью не только среди жителей, но и многочисленных гостей курорта. Широкий ассортимент, удобное месторасположение, но из-за отсутствия качественного покрытия после дождей здесь всегда образовывалась грязь, на что неоднократно жаловались покупатели. И вот фермеры решили сообща благоустроить общую торговую площадку. Дорожка заливается специальным декоративным бетоном. Далее планируется покрасить деревянные бордюры, а также отсыпать прилегающую территорию щебнем. Все работы подрядчик обещает завершить до конца недели.